Для некоторых начинающих артистов вокальный конкурс «Одинцовский соловей» – это первый серьезный выход на сцену. Здесь есть все, чтобы почувствовать настоящий адреналин в крови от эстрадного выступления. Большой зал, живой звук, художественное оформление, доброжелательная публика и, конечно, щедрые аплодисменты. Когда я выступаю на сцене, передо мной рисуется картинка, как будто бы я живу в своем мирке и создаю там свои новые чудеса. Сегодня будет проходить очень прекрасный конкурс, которого я очень долго ждала. И хотелось бы мне, чтобы я здесь хотя бы заняла второе местечко, чтобы порадовать себя и своих родителей. Всего в «Одинцовском соловье» заявлено около сотни конкурсантов. В такой большой череде исполнителей легко затеряться и остаться незамеченным. Поэтому перед каждым начинающим певцом или певицей стояла непростая задача – выступить настолько ярко и проникновенно, чтобы их вокальный номер остался в памяти и затронул душу не только у зрителей, но и у членов жюри. Доказываю сама себе то, что я на большее способна, то, что могу достичь и большего. Ну и четвертый год – как-никак. В основном я пою про добро, про человеческую как доброту, про природу, что-то доброе, чудесное, светлое. По законам режиссуры у зрителя должен радоваться не только слух, но и глаз. Безусловно, на общем плане выигрышнее смотрелись номера, в которых заранее было продумано все до мелочей. Красочный костюм, танцевальное световое оформление, а также целостность и драматургия всего номера. Сольные коллективные выступления различались по музыкальным направлениям. Народный фольклор, эстрадный и академический вокал. Казаков Владислав очаровал публику классическим вокалом, исполнив знаменитую народную неаполитанскую песню «Санта Лючия». Талант есть в каждом человеке. Главное найти его и раскрыть в себе как можно скорее. Желательно еще в раннем возрасте. Как только малыш встает на ноги, по его повадкам и склонностям уже можно определить то, чем он будет заниматься в жизни. Главное, чтобы родители поддерживали своего ребенка и помогали ему развиваться в нужном направлении. Сотни лет, и день, и ночь вращается карусель. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».